За последние полгода 7 саровчан лишились велосипедов. Лишь в одном случае транспорт удалось вернуть. Кто-то оставляет велосипед непристегнутым, кто-то бросает на лестничной площадке, тем самым облегчая труд злоумышленников. Предотвратить кражу нетрудно. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил. Если велосипед, допустим, пристегнут, даже рама пристегнута к колесу, то злоумышленнику гораздо сложнее совершить и похитить, потому что надо там определенное количество времени нести его в велосипед. Хоть они сейчас и облегченные формы, но все равно представляют определенную массу. Полицейские советуют пристегивать колесо и раму велосипеда противоугонным тросом к трубе или забору. Это по силам даже самым маленьким водителям двухколесного транспорта. 5-летняя Мира ловко обращается со специальным устройством и не боится оставлять велосипед без присмотра. Меня научил папа пристегивать специальным тросом, чтобы его не украли. Лучше всего оставлять велосипед там, где есть камеры видеонаблюдения. Они отпугнут преступника, либо зафиксируют его в момент кражи. Если вы все-таки обнаружили пропажу, сразу обращайтесь в полицию. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов поймать преступника и вернуть имущество. При подаче заявления желательно иметь документы на велосипед и его фотографии. В инструкциях по эксплуатации, где указан серийный номер, который также указан на раме там внизу, там, где педали, под педали, если перевернуть велосипед, то можно отчетливо увидеть серийный номер, заводской номер велосипеда. При расследовании часто выясняется, что владелец небрежно относился к своему транспорту и оставлял его где попало. Чтобы не стать жертвой воришек, ответственно подходите к хранению велосипеда. Надежнее всего оставлять его в квартире, а не в подъездах. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.